Что ты рассказывал, Нику? Что? Это было исторически место, да, греческий квартал, славяно-греко-латинская академия, основателями которой были братья Ионики и Сафрони Лихуды. Так. Основатели первого высшего учебного заведения. То есть люди, наши соотечественники, вот такую лепту внесли в историю России, в ее просвещение. Таких людей было огромное количество. Еще самом... перечисли некоторых. Да, ну, те же Максим Грек, да, Пан Грек. Да, касается просвещения, иконописи, все этой церковных книг, приведение их в систему, в порядок. Не знаешь, я не знаю. Да, да, да. Нет, я-то знаю, но мои зрители могут не знать их. Да. Представляете, это все греческий монастырь, греческая церковь, это греческий квартал. Здесь наши ходили соотечественники. Да, это все такое интенсивное заселение этого греческого квартала началось в эпоху Ивана III, когда он женился на Софии Палеоло, которая вот сюда все это пришло, перенесла этот дух Византии, этих двуглавых орлов. Всю эту атрибутику, вот это величие, да, величие все это, Кремль, этих итальянцев, архитекторов, которые все это спроектировали. Вот. То есть вот этот проект, вот, который был от римского папы, который хотел католизировать Русь, в итоге пошел на пользу Руси. Вот. Вот эта идея, то есть с ее прибытием сюда, через буквально 8 лет, пала эта монголо-татарская ига 1480. То есть Русь, как Московия, ушла, началась эпоха. Да-да-да, лектор задыхает. Да. Началась эпоха действительно российского царства. И далее уже внук Софии Палеолы, Иван IV, который Грозный, это первый российский царь. Да. То есть реально это было уже не Московия. Давайте дальше, потому что музыка не кричала. Это да. Была уже Россия. И Россия, которая подверглась всем этим, так сказать, испытаниям через смутное время, вот в конце 16 века, вышла, спаслась, была под угрозой раскола и катастрофы, вот благодаря народу, благодаря Пожарскому, Минину, вот, что мы отмечаем спустя 4 века, день народного единства, к негодованию поляков, за что-то нас приговорили спустя 4 века, вот, то есть наше государство, мы можем его считать нашим, потому что Россия стала для греков родным домом, прибежищем, вот, греков здесь, и мы это чувствуем, воспринимает, да, воспринимает как единокровных духовных братьев, да, вот, поэтому мы тоже сопричастны к этой истории, да. Вот вчера мы были в Донском монастыре, где все эти великие греки, меценаты, братья Зосим, Резарисы, многие другие. Вот люди вчера подчеркивал и посол, и наш митрополит, что эти люди были очень богаты, но сами по себе они вели скромный образ жизни, потому что богатство для них было просто как инструмент творить добро, а не как инструмент, который мы видим сегодня. Вот, роскошь, излишество. Это люди были самодостаточные. Самодостаточные люди, это, которые духовные, которые вот живут во благо другим, во благо стране, во благо окружающим. Вот когда мы сегодня вернем эту культуру, традицию меценатства, когда она вернется, эта духовность, у нас есть проблески этого сегодня, в частности в греческом мире, вот тогда мы можем говорить уже, что у нас есть полная гарантия. Никаких угроз для России не будет, раз у нас такие граждане,
раз такое СМСС, раз они такие подлинные патриоты, они эксплуатируют эту тему патриотизм ради своей выгоды. Вот это. Дай Бог. Дай Бог. Смотрите,